Так, ну что? 52 выложим. Врываемся дальше. 52 ВП. Поехали. Тоже прыгуны. А, я знаю, почему я не возбуждаюсь. Потому что я голос повышаю, а у меня тут башка начинает быстрее болеть. Видите, организм сам регулирует. Усё. Портал плохой, вот эти ребятки, ДХшки, аккуратно, пожалуйста. Молнии, издалека он хреначит их. Над башкой ставят, так что близко к нам не подбегайте. Они их кидают, так, элитка с прыжками синяя. Микромолнии еще. Что-то не выхиливает даже. Желтая элитка отбрасывает Маша аккуратно. Видели, накидали сколько молний, гады. Так. Сферах, смотрите, очень хорошо. Не знаю, там Блэк снял Ракова или не снял. Рахова, точнее. Но вместе с моими их много. По отдельности не, вроде не очень заметно, он когда и то, но если он не снял, конечно. Если снял, то только я их. Ну и, конечно, обычный дроп сферок. Классический механизм. У меня на этом, на яростном, повышается на 8% дроп сверки. От обычного шанса. Не очень много, но по факту заметно. Здесь ничего не скипаем. Здесь move speed. Здесь чпокаем все вообще, что только можно. Потому что мы с ДХ, мы не можем себе позволить это. Так, прожалась элитка. Там у нас аркана. Кажется, молот. Нет, молота нету, просто аркана была. Эх, рага закончилась. Вот на таких пробегах, в таких пещерах заканчивается рага. Хреново. Синий литос. Ну, идем нормально, но времени не очень у нас. Не с большим опережением идем. С средним опережением, на самом деле. Хорошее опережение было бы, если мы уже, ну, за середину зашли портал по прогрессу. Пока такое стандартное опережение с минимальным временем на РГ. Ну погодите, портал скучноватый пока что. Плотности не очень много.
Так, нам следующий нужен будет 53-й, да? 53-й. В общем, смотрите сами, если камней у вас нету портальных, лучше апайте. Если есть высокие, то делать что хотите. Я, наверное, этот самый усилитель по папую. У меня 55-й есть, 54-й есть, что? Так, кто там сзади отвалился? Спасибочка, окей. Лучше в город сразу возвращаться на всякий случай. Ой-ой-ой-ой. Микромолнии, конечно, вшарахивают мне. Ой, совачка вот даже убивает. Обычно дыхательным занимаются. И это совпадение. Ну вот с Машей мы бы вот этот бы трэш бы давно скипали бы, а вот с ДХ не получается это делать. Так, элитка с молтонами. Желтая, да? Да, желтая элита с молтонами. И ни хрена не видно, что происходит в этой губернии. Пошли Молотона. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Все. Теперь прислужим. Главное, остался чувак. Так. Протект. Ну что, берем? Берем. Ну, смысла его нету держать здесь, даже литки нету. Кстати, я могу чуть-чуть вперед забегать, чтобы агрить на себя прыгунов. Они прыгают и стоят спокойно. Но чуточку. Чтобы элитку не согреть. Какую-нибудь страшную. Ну, по времени мы вырвались вперед. Вот теперь, смотрите, мы, у нас половина времени осталось. То есть примерно 7,5 минут. Вот, и мы практически закрыли. Нам нужно полторы элиты. Ну, либо трэш плюс элита, и мы ок. Только надо выйти отсюда, ребят. Надо выйти из этой локации. Локация УГ. Для практически любого босса. Ком попадется, и все, мы это мы не возьмем. Он тут все заспамит. Если повезет, то выйти. Я отвлекся на секунду. Чуть пассивка. Сил, давайте на РГ оставим, ребят. На РГ. Ну вот, в принципе, нормально. Площадка более-менее открытая. Такая же, как у меня была на 47-м. О, ком, здравствуйте. Берите, берите. Все, взяли, поехали. Ну мне окей. Ребят, я буду... Если что, ставьте флаги, куда его кайтить. Потому что мне по барабану, где его чпокать. Кидайте флаги, куда его кайтить. Я буду стараться агрить на себя его и, соответственно, в эту сторону пилить. Вот главное, не загоняйте себя обратно, вот откуда мы бежали. Вот станьте левее маленько. Тут там выход есть. Сзади меня, ну, не стоит вставать, но вот... Не стойте около трубы это, и вдвоем тем более не стойте. Он пукнет туда один раз, и вы оба пассивку прожметесь. Не стойте кучкой. Никогда не стойте, не стойте кучкой. Ну еще я один его допилю как-нибудь. Не знаю как, но допилю. Время достаточно. Вот, да, вот там слева можем встать. Назад лучше не идти, потому что не успеете откатить, там может быть тупик. А вот туда вот, куда ушел там Аданадель, наверное, или Блэк, не вижу. Пассивка. Ну, понятное дело, тут она пипец.
У меня амулет как бы Мары, для тех, кто эту записи будет смотреть, наверняка, потому что мы его запилим. Я его там дотыкаю своей палочкой, ковырялочкой. Вот. То есть у меня этот яд, он не бьет, а наоборот еще отхиливает. Там на 11 или 12% от входящего урона. То есть это очень крутой амулет. Минимум там на 2-3 боссов имеет воздействие. А дыхашки, сорки, да и сапа прошибает все это дело. Сейчас через полчаса я его допилю, в принципе. Ну, ладно, не через полчаса, через пару секунд. Маш, только тотем мне хорошо ставит под меня, и все. А какое место было? Я пропустил. А, 196 место мы заняли. Третий портал всего лишь. Ну что, друзья, мы взяли 53-й портал. Ой, 52-й. Попали в топ 200. Сейчас будем 53-й траить. Показываю шмотки для тех, кто эту запись на YouTube смотрит. Донетка, ребятки. Просто умнейший дроп. Просто... Никому не надо, пацанам, ДХ. Я думаю, у вас есть, но все-таки... Ну, в общем, такой упал беспонтовый шмот. Ну, это не самое главное. Самое главное, что мы взяли и попали в топ-200 на сезоне, это ХК. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, друзья. Всем до следующих встреч.